В эфире информационный канал «Город МММ». Продолжаем. Преследовал девушку до подъезда, затем напал, избил, отобрал деньги и золотые украшения. Ограбление на днях произошло в Кирове. Полицейские разыскивают мужчину, которого зафиксировала камера видеонаблюдения. Внимательно посмотрите следующие кадры. Эфир продолжит рубрика «Место происшествия». Напоминаем, что материал имеет возрастное ограничение 12+. Преступника зафиксировала камера наблюдения. Известно, что налетчик преследовал девушку и в подходящий момент напал на нее. Мужчина забрал все самое ценное – золото и деньги. Ущерб составил более 19 тысяч рублей. Всех, кто опознал мужчину на видео, полиция просит позвонить по телефонам 8 912 724 1579 или 102. В Немском районе арестован 36-летний местный житель, который зарезал свою возлюбленную. По данным следствия, погибшей оказалась 56-летняя пенсионерка. В день убийства сожители выпивали, и между ними произошел конфликт. Сделал. Следователь Следственного комитета, установив предварительные обстоятельства произошедшего, задержал подозреваемого. В настоящее время в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас Александра обвиняет в убийстве. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы. Даже самый законопослушный водитель из числа костинских друзей остался без прав. За пьяную езду водительского удостоверения лишилась уже почти вся компания. Одно из задержаний случилось осенью. Активисты поймали веселого водителя на «Ладе Калина». Другое – зимой. Полицейские оформили еще одного приятеля. Да. А ты зачем меня посылал? Ты почему меня оскорбляешь, что незнакомый человек первый раз меня видишь? Водителю «Газели» суд вынес наказание – лишение водительского удостоверения на 1,5 года и штраф 30 тысяч рублей. Теперь в этой компании больше не осталось водителей с правами.